Мы привыкли, что игра выглядит вот так. А видели вы когда-нибудь квадратную осетровую икру? Вот такой оригинальный деликатес удалось произвести этому гранатскому рыбоводческому хозяйству. И новая форма не сделала товар дороже. Как раз наоборот. Цена такого продукта более доступная. Que todo el mundo pueda darse ese pequeño gustazo de decir he probado caviar. Es caviar prensado y que está dirigido hacia el sector tanto de los aperitivos como de los cócteles. Другая форма, но тот же изумительный вкус. Le da un toque de como una sal que está acostumbrado a comer caviar va a saber que sabe a caviar de verdad. Икру не только спрессовали кубиками, но и превратили в сухую приправу, и теперь ею сдабривают блюда по всему миру. Ya lo hemos colocado en Hong Kong. Se está trabajando ya con Japón, ha salido para Alemania. Гранатская икра из Риофрио уже хорошо известна на международном рынке. Ее ценят даже в тех странах, которые считают икру своим национальным продуктом. Estamos mandando una cantidad muy importante de caviar a Rusia. Атрибут высокой кухни, который легко преодолевает границы даже за столом.